Он простирается от горы до моря, так что волны иногда бьют о стены. Таким образом, город замыкает путь, идущий между морем и непроходимыми горами, и является здесь как бы ключом и железными воротами Персидского царства. Никто не может пройти в этой местности, не заходя в этот город. Таким в 1638 году Дербент увидел знаменитый немецкий историк и путешественник Адам Алиарий. Поэты сравнивали Дербент с птицей Феникс. На протяжении 5000 лет город не раз возрождался из пепла и продолжал жить дальше. Каждый, кто приходил сюда, давал ему свои названия. У византийцев это был Дзур, арабы воспели его как Баб-ал-Абваб, турки Тимир-Капы или Железные врата. Веками стоял он цитаделью между Азией и Европой. Воспетый в легендах и сказаниях странников, торговцев и путешественников, город Южного Дагестана впитал в себя звуки прошлого. Если спросить любого дербентца, под какие звуки ты хочешь покинуть этот мир, то в ответ можно услышать: под шум морских волн и звуки зурны. А под какие желаешь родиться? Под ритмичные звуки табала, местного барабана. Любой вам скажет, что без них в этих местах не обходится ни одно торжество. Дамир Мамедов – один из тех, благодаря кому в древнем городе живет музыка. Уже более 40 лет он делает барабаны, знаменитые кавказские табалы. Его можно считать, если не лучшим мастером, то одним из лучших в этих местах. Сам он относится к своему ремеслу философски, считая, что просто дарит людям радость и помогает, если удастся, каждому найти свою мелодию. Каждому человеку свой звук есть, да? Поэтому, где бы он ни жил, Дербент, Махачкале, в каких городах вы хотите, каждый внутренний свой мир высказывает, внутренний свой звук издает. Процесс изготовления формы барабана – это начало пути. На вид все просто. Фанерный лист вымачивается в воде и потом накручивается на круглую форму. Кстати, все эти приспособления придуманы и сконструированы самим Дамиром. Я тогда скручивал их на кастрюле. Отрезал ручки кастрюль, что они же круглые, да, и на них крутил. И вот так потом... Подумал, естественно, сколько можно ломать кастрюль, да? Размеры барабанов же разные. Я же не могу все кастрюли дома или и покупать кастрюль, это невыгодно. И вот так на завод посетил, вижу там круги, и вот так приобрел кое-какие запчасти, купил, и вот так потихоньку придумал вот этот аппарат тоже. Дом мастера спрятан в самом центре старого города, где узкие улочки скорее напоминают лабиринты. Совсем рядом многовековые стены крепости, известные в арабском мире как Баб-аль-Ваб.
Самыми древними здесь считаются ворота южной городской стены – Орта-Копы и ворота северной стены – Крхляр-Копы. Их постройку историки относят к VI веку, к тому периоду, когда крепостью владели сасаниды. Уже в 8 веке здесь один из великих полководцев арабских, Маслама, уже строит 9 квартальных мечетей. И сюда были переселены огромное количество арабского населения, чтобы уже отсюда распространять как бы исламскую религию на всю территорию Северного Кавказа и дальше. То есть Дербент становится при арабах оплотом распространения исламской религии здесь по всей территории. Из такого места, где древние камни хранят тайны прошлого, вот уже много лет в разные концы света расходятся барабаны, изготовленные Дамиром Мамедовым. В Америке, Израиле, Болгарии, в Сирии, в Турции. Сейчас у меня 10 барабанов, кстати, на Турцию заказ есть. А по Северному Кавказу везде. Москва тоже продает мои барабаны. Поэтому можно смело сказать, во всем мире, кроме Африки. Мастерская, где рождается барабан, оказалась частью дома Дамира. Здесь он живет, здесь же делает свои знаменитые за пределами Дагестана инструменты. Я, прежде чем купить одну фанеру в магазинах или на складах, я объезжаю все склады, все магазины. Из 200 фанер я могу 3-4 фанеры выбрать. А вроде бы простому глазу оно не видно. Да, в чем различие этой фанеры? Ну, это же мастерство видит различие фанер. Корпус у нас уже готов. Теперь остается его высушить. Пламя не должно быть сильным. Сушиться он должен медленно. Часа 2-3 ему достаточно. Так, мы его сейчас закроем, чтобы огонь остался внутри. И 2 часа нам вполне достаточно для того, чтобы он имел круглую форму. Потом уже мы можем его снять, и он уже будет готов для изготовления барабана. Дальнейшие процессы начнем. Любовь к музыке и музыкальным инструментам у Дамира с детства. С того момента, когда родители отдали мальчика в музыкальную школу обучаться игре на таре, азербайджанском струнном инструменте. Но виртуозом игры на нем Дамир не стал. Его воображением завладели барабаны. А там, естественно, были барабанщики, но мне почему-то тянуло именно на барабан. Вот как они оставят барабан на стол, я сразу брынчу, стучу по нему. И вот так я, скорее всего, выучился на барабаны, чем стал таристом. Прошли годы, и умение барабанить стало его профессией. Вначале, как и водится, барабаны покупались. В основном для того, чтобы с их помощью зарабатывать деньги на веселых дербентских свадьбах. Позже Дамир стал делать барабаны сам. Отчасти из экономии, отчасти для того, чтобы иметь более совершенный инструмент. Представленное слово. Добрый вечер, дорогие друзья. Нагара, Дол, Дали. Так еще называют его в Дагестане. Или просто кавказский барабан. Еще недавно он выглядел по-другому. Вместо фанеры корпус изготавливался из цельного куска дерева. Вместо пластиковой пленки использовалась выделанная козлиная шкура. Вот этот уникальный старинный экземпляр с настоящим деревянным корпусом нам удалось обнаружить в запасниках Дагестанского музея. Освободили внутренность, вот по бокам, видите, резонаторные отверстия для того, чтобы получше извлекался звук. Вот. Ну, его украсили, вот корпус его украсили резным орнаментом. Вот обжиг здесь у него использован. Особое внимание уделялось качеству и резонаторным свойствам древесины.
обязательное условие – она должна быть легкой. В Дагестане старые мастера обычно использовали для этих целей либо липу, либо сруб тутового дерева. Точную дату появления на Кавказе барабана историки назвать затрудняются. Учитывая, что Дербент был портом на Великом Шелковом пути, можно предположить, что он повидал представителей многих великих культур. Директор Дербентского музея-заповедника Назим Касумов считает, что в Дагестане этот инструмент существует столько же, сколько и сам древний город. Барабан, ну это же национальное достояние, национальный инструмент горцев. Вот, именно вот, горцы же вот, именно барабанным звуком сообщали, вот этим звуком, и типа барабаном сообщали о приближении неприятеля кострами, барабанными звуками, приближении неприятеля. Это давало дух возрождения. Не зря же вот, вот здесь именно есть легенды такие, вот, играло вот, когда идет штурм, идет вот захват города, вот, штурмует захватывающий, а внутри играло такой... как бы барабанная дробь, вот, вот дрожь идет как бы по телу, да, войны возбуждались, вот стремились вот к захвату. Вот. Сегодня барабан в Дагестане не призывает воинов к сражениям, скорее он вестник мирной жизни. По отношению к своей профессии, наверное, люблю то, что под звуки барабана люди танцуют, да? Люди радуются. За 5000 лет город претерпел множество изменений. Можно предполагать, что здесь жили и умирали разные музыкальные инструменты. Барабан среди них – долгожитель. Он практически остался прежним, если не считать тех эволюционных изменений, которые внесло время и новые технологии. По мнению нашего героя, одними из первых сдались деревянные корпуса, которые пришлось заменить на более прочные и податливые в работе фанерные. Так, корпус у нас готов. Я иногда сравниваю, когда мне говорят, я беру корпус, беру, выбрасываю. Я говорю, теперь иди старый корпус, который из дерева сделан, выдолбленный, выбрось. Он сразу потрескается. Вслед за деревянными корпусами постепенно стали отказываться и от пленок из козлиных шкур. Случилось это тогда, когда появились заменители из пластика. Пленка не боится влаги, не боится тепла, не боится амплитуду твоих ударов. Бей сколько можешь, извлекай с него, выжимай сок, не бойся. А с кожами так невозможно. Кожа сама при сильной температуре может лопнуть. Поэтому сидя на свадьбе, допустим, где-нибудь на концерте, думаешь, как бы он у меня не лопнул. Да? В толщине пленки секрет звучания. Мастера называют это голосом инструмента. Обычно Дамир все делает сам. Каждый инструмент для него как ребенок, которого необходимо вырастить. Исключение составляют лишь случаи, когда образуется много срочных заказов. Тогда на помощь приходит семья. Как-то у нас уже конвейером все идет. И мы сами, каждый барабан, когда он делает, мы думаем, что мы тоже должны что-то там сделать. Хотя бы что-нибудь. Или ниточку подтянуть, или в пластику зашить, или ну, уже так. Уже, мы уже привыкли, поэтому вот у каждого у нас есть свое определенное дело. Впрочем, Дамир считает, что это хорошая возможность приобщить и внуков к любимому делу. У него 6 дочерей, поэтому если и есть шанс передать кому-то тайны ремесла, так только внукам. А семья большая, если бы у меня была бы возможность, я бы его удвоил бы, утроил бы. Богатство – это не деньги. Роскошь – это не деньги. Роскошь – это семья. А человек, умирая, только оставляет за собой свое потомство. А не наследство, наследство никому не нужно. Так, бабик, друг мой, у меня все готово. Ты давай, беги сюда и покрась барабан. Сейчас я тебе морилку дам.
Все, возьми свой инструмент, крась, а я пошел. Чтобы краска на барабане высохла, нужно время, поэтому Дамир может отлучиться на несколько часов. Мы едем в Махачкалу знакомиться с юным музыкальным дарованием. О его способностях говорят в среде профессионалов, о нем пишут местные газеты. Амару Саидову всего 6 лет. Забарабанил он впервые 4 года назад. Причем так, что на это обратили внимание и родственники, и знакомые. Теперь один день мы сидим с мужем на кухне, и по телевизору пел песню «Гаджилав Гаджилаев». И играет барабан. Мы даже не поняли, играет это по телевизору ли это, или на самом деле здесь. Мы просто подбежали от того, что так красиво он аккомпанировал этому певцу. Мы подбежали, быстро смотрим, а это наш сын прямо перед телевизором сидит и играет, прям уперся в телевизор и играет. Гамму надо сперва. На удачу соседкой мальчика оказалась известная в Дагестане артистка Бурлият Ибрагимова. Она решила, что такой талант не должен пропасть даром, и взяла шефство над маленьким Амаром. Да, вот такой один день, воскресный день. Думаю, дай поваляюсь. Взяла книгу, читаю. Вдруг барабан кто-то играет. И так четко. Думаю, какой это юный барабанщик у нас появился. Через окошко смотрю. Такой маленький мальчик играет барабан. И такой огромный барабан. Я удивилась его ритмический удар. Ритмически правильные удары. Он темп играет вот так вот, да, лезгинку. А я ему даже вот такой восточный. Вот такой темп давала. И он у меня сразу захватил этот темп. Ты можешь пальцами стучать по барабану? Да, да. А ну каким пальцами бьешь? Ничего, получится, отлично. Урок закрепим, да? У него вдохновение, когда бывает, его не остановишь. Когда, конечно, нет вдохновения, он может и не прикасаться к барабану. А так, ну, час в день обязательно. Первый свой барабан Амар получил в подарок от дедушки. Это был барабан небольшого размера. На нем начал играть везде. Дома, на улице. Он почти не расставался с инструментом. С тех пор в округе юный музыкант – знаменитость. Стоит только Амару выйти во двор с барабаном, тут же его окружает ватага детворы. Я хочу, он всесторонне был развит в искусстве. Чтоб танцором был, игрок пусть играет на бубне, пусть не забывает, но тем не менее, пускай и на пианине играет, на аккордеоне, всесторонне развито, на гитаре играет. И хорошим танцором я его хочу сделать, вот моя мечта. Еще несколько упражнений вместе с Амаром на новом инструменте, и Дамиру пора в обратный путь, в мастерскую, где его ждет незаконченная работа. Прекрасно чувствую ритм. В шутку хочу сказать, что Дербен не приезжает. Ты лучше меня играешь. А Дербен, когда приедешь, ты приезжай ко мне в гости, хорошо? Как коллеги. Чтобы выразить именно внутренний звук,
это надо знать именно, какой звук тебе необходим. Это уже, мне кажется, наверное, будет нескромно, это уже проясняются профессиональные качества, да, музыканта. Находить свой звук и извлекать из инструмента свой звук, да. Это неважно, на каком барабане, на чьем барабане я играю. Мне кажется, любой состоявшийся барабанщик, он сумеет на любом инструменте, на барабане дать себе свой звук, найти свой звук. Это уже зависит от силы удара. Ага, принес? Готовый, да, уже? Да. Ай, молодец, молодец. Дамир признает, секрет не только в силе ударов. Многое зависит от тех ритмов, которые живут в самом музыканте. Скорее всего, так оно и есть. Хотя объяснения этому бывают разные. Происхождение барабана, оно, я думаю, что продиктовано самой жизнью горцев. Барабан – это, значит, ритм, который, значит, выбивает конь из-под копыт. Это, значит, тот танец наш искрометный, лезгинка, без которого вообще мы не можем представить ни один наш праздник, ни одно наше, значит, торжество. Барабан – это тот инструмент, который просто является душой нашего народа, его обозначением, его темпа ритма жизненного. Дербентские дни летом длинные. Утром приходит прохладный ветерок с моря, к полудню он исчезает, уступая место безветренной жаре. Когда ее начинает теснить вечерняя прохлада, день клонится к концу. Петрушка, закрой глаза. Давай, бай-бай. Атяня. Сам тоже давай пой. Атя. Давай, пой. А, давай вместе, давай вместе. Давай, бай-бай, закрой глазки. Закрой же. Даже чем больше, чем игра на барабане, мне нравится, когда он поет. Он красиво, может петь мурамы. Он, знаете, расслабляется. Он уходит в себя где-то вот в какой-то момент и начинает петь. Вот это очень интересно. Коси коня какани, а тя маня кукуси, коси маня каканю. Заканчивает свою работу и Дамир. Осталось немного. Скоро у барабана появится голос. Ну, и все-таки... Говорят, век живи, век учись. Предела усовершенствования нет. Я каждый раз делаю свой барабан, я недоволен тем, что я делаю. Как я делаю? Я думаю, что мой самый лучший барабан, наверное, впереди. Ну, я думаю, сейчас уже он нормально. Можно смело постучать. Кажется, само отношение твое к людям, хорошее отношение, это есть внутренний твой язык. Вот этим языком надо разговаривать. Пока есть люди, пока есть радость, оно никогда не исчезнет. Тогда исчезнет жизнь на земле.
как можем без музыки.